Всех приветствую, Влад Падла на экране. Сейчас будем на Бартруме именно оформлять ильщики. Думаю, сейчас возьмем силового. Силового. Так. Смотрите, какая у меня плашечка есть. Те, кто ожидал, те, кто не ожидал, те, кто отписался, подписывайтесь. Те, кто подписался, оставайтесь. Поставьте реально лайков, чтобы я понимал, есть ли мне смысл продолжать снимать данную кастомную вот эту вот игру, или все это ненужное, никому не интересно. Так, а мы сейчас возьмем, ну, наверное, восстановление. Восстановление, башики. А вот тут... На самом деле, как будто есть резонанс это качать. Вообще есть идея, тут же вся ветка зациклена на хиле, на процентах здоровья. Реально есть идейка у меня, взять ПТ. Это бейс. Так, я не знаю, говорил я или нет, я уже запутался, мне тут позвонили. Короче, когда записывал, у меня был рандомный герой из-за бага, когда не загружалась игра, из-за этого, в принципе, я и перестал снимать. И как-то не так интересно мне было, но не суть. Выпала мне спектра. И вот, самое обидное, я ее записывал 38 тысяч раз. И когда я отыграл на ней там 30 на очень хороший счет, у меня там есть моментик, где я просто две свиньи на первой арене ловлю. Вот, ну... Микрофончик отвалился, увы-увы. Слышишь, братанчик? А сейчас на ваши пропрет, ты отлетишь. Бульдозер именно. А ну подождем рунку. Пусто. Братанчик. Баш еще, да, я один, и он умер. Ну да, сидит. Ну, короче, игра была кайфозавная. Я, на самом деле, много там пробазарил. Этого уже никто не узнает, естественно. Потому что там 0 войса, просто 0. Ну, ничего страшного. Сейчас барика запишем. Думаю, накуплю ему радиан за эту катарасок. Накупим ему сейчас миллион. По приколу. Братанчик. Как ты умер? Душу на баре онлайн. Нормально, коровка подпивасник. Так, ну пора и бульдоз, так сказать, вкачать. Так, возьмем еще гантельку. Вартов тут естественно нету. Вернемся к рибам, которых я бил. Не, ну пока идет вообще кошерно. Так, а мне в принципе же нет резона, да, это сейчас скачать? А не, есть уже резон. И восстановление хп еще надо качать до максимума, до предела просто. Так, сейчас у нас рунка будет. Кто-то есть? Не, ну может его украсть, конечно. Очень невыгодно это все бить. Я думаю, он не посмеет просто пойти. Да, у меня уже на пятом получается урон появляется. Станем вот тут. Тут не мог. Ну все, берем туда. Баш нужен.
Хотя бы один. Хотя бы один. Хотя бы еще один. Еще один. Еще один. Я. Наварники. Не, ну повезло. Везет тому, кто везет. 1600 хп тут вообще нет. Кабан летит. У меня шестого нету. Ты не то явно делаешь. Че шесть взять? Так, преследуем, отходим. Бульдозик надо вкачать для четырех. Так, а на первой арене, кстати, вообще никто не вылетает. Но нововведение некие. Опа. Моё. Ну ладно, не его, так тебя. Так, отлично, отлично. Атрибуты восстановления, блок урона. Берем голду. Берем восстановление. Тут у нас морф и БХ. Морф. Иди БХ. Блин, БХ 6, он бы вот точно... Не, мне кажется, он проиграет. У него ПТ есть на самом-то деле. У него очень странная прикачка. Не, если он так будет перекачиваться. Он типа играется, да, с ним? Вот шестой был бы у БХ. Да, нет, убил. Бррр. Уменьшение времени перезарядки бульдоза. У меня длительность 8, 16 и минус 16, 9. Конечно, получается. Мне кажется, не такая у меня это, что и стоит эффект. Или твинкую надо. Там еще новые эффекты есть. У меня на них денег нет. Так, потом, наверное, Релик. Кто это у нас такой дерзкий? Убегаем. Блин, это было опасно, конечно, но был шанс баша там. Тут пуджа прям сложно побить, это факт. 6-1. У нас тут руна регена. Мне сейчас первые шмотки надо, мне их нету никаких вообще. Да, умирать, конечно, не выгодно. Лучше у нас... Да, урон оно там вообще наносит. От 17 регена 0,0. Не тычка сотка. Полетели в кабанов. Не, все равно лучше, чем ничего, правильно? Тут два синих. А, так тут два синих меня камбэкают в игру. Так, а мне надо уменьшение перезарядки. Да не толкайтесь, у меня не вечный булдоз.
Так, ну сейчас надо нафармить на первую шмотку. Там уже можно будет флекситься. Не отключил, получается. Я, по идее, должен был отключить. Это, конечно, приятное. Так, надо 140 голды. Очень сильно надо. А, так у меня даже не 17%. А, не, он всегда 17%, сори. Кстати, удобно так под регенкой идти фармить. Да, из-за маны регенится и хп постоянно. Сейчас надо бью его этой штукой. Как знал, не качал. Так, хорошо, в принципе. Урона стало больше, хила, конечно, не стало больше. Надо вот хил it's a скорость передвижения у сопротивления к эффекту. Кайф. Тут в принципе я понял тебя. Серьезно, ну, тут даже выдумывать не надо, на самом деле будет вот так, вот так просто. Баш, нужен баш. Нужен баш, нужен баш. А баш-то не было. Давай хоть скиллы прочитать. Так, это урон от восстановления, это уменьшение, скорость плюс эффект. Ага, добавчик такой небольшой. Угу. Базовая скорость атаки за 3% сопротивления к эффектам. Значит, сопротивление к эффектам тоже надо качать. Да, с башами на пудже не повезло, конечно. Да, манориген хороший. Так, ну я не дерусь, да? Да, я там явно не дерусь. Когда я был хобби-хорсер, они все боялись. Кстати, нормально. О. Антимаг с радиком. Морфлинг. Ставлено морфлингом. 26 у меня реген. Братанчик. Братанчик, ты именно в себя сразу спел уверенно. Я думаю, где Перекачкин? Где Перекачкин? Даже тут головач отлетел первый. Так, это интеллект. Это у нас ловкость, скорее всего, сила. Ловкость, да?
Посмотрим, кто кого. А сила, она уже сдает сопротивление магии, правильно я помню? Новый вот этот прикол. Если сила дает сопротивление магии, то это очень хорошо. Потому что силы у меня будет много, и магии тут много. Да, бульдоз у меня стал постоянным. Да, он как раз заканчивается, я прям сразу же новую врубаю. Все, ждем Радик. Наверное, надо было вот это все-таки вкачать. Же меня. Блин, я не успел от Хукау вернуться. И вот это я зря не вкачал. По факту мне нужен левел. Это вообще зря сейчас, именно сейчас зря качнул. Мне надо фул в эту ветку восстановления качаться. Свинки нужны. Даже лучше жабки. Ой, ну или синенькие тоже. Я, наверное, все-таки пойдем возьмем ДД. Я чувствую. Я сейчас не возьму, и фантомка его берет и просто лицо мне ломает. Ну я ж ДД, братик, я ж ДД. Ты же ей похер. 2000 урона частичком плюс магии. Да, я, конечно, резко-резко в говно прям падаю по чуть-чуть. Я с ДД-то его не смог убить. Опять ДД. Не надо, дядя. Я убежал. Нахер оно надо? Я так сейчас умру. Наконец-то вот эта штука мне выпала. Точнее, я ее сам не взял в прошлый раз. Честно говоря, наверное, лучше Тараску даже возьму. Мне сейчас даже выгоднее это будет. Я просто сейчас по хп ловлю буст. И это мне даст больше намного. ДХ. Так, ладно. Ну, пока, конечно, так вся ситуация. Формануть надо Тараску сейчас. Делитесь, я вам мешать не буду. По левелу очень сильно отстаю. Они 20, а я 16. Вот мой единственный шанс кого-то убить. И то он уйдет. Да. Ну это ожидаемо было. Было ожидаемо.
урон какой-то вроде как появился. А считается как магический урон? Так, но я не дерусь. Не дерусь. Шиву уже прям хочется вот прям сейчас купить. Вот прям вот, вот уже. Очень надо его убить. Хорошо. Ты скажешь, что я его сильно боюсь как-то. Да, его, кстати, пробиваю. Как-то я тараску купил, и прям намного больше денег стало. Так, Морфинс, БХ. Ну, БХ намного сильнее стал, конечно. Не, БХ должен прям... Ладно, мне надо проценты. Левел очень сильно, блин, они 20-й, 23-й. Боже, какие они огромные. Хоть маска какая-то есть, братанчик? Скритам. Ну это было ожидаемо, у него еще хуже все, чем у меня было. На самом деле вот это объективно хорошая лодка еще. Может быть, даже ее возьмем. Вообще сложно, конечно. Очень много киллов не дали мне сделать. Сейчас, конечно, по левелу сейчас проседаю. Мне надо какой-то килл сделать на фантомке или на Мерти. Тогда я сразу прям 20-й возьму, и все сразу хорошо станет. Пока этого не произошло, я, конечно, буду очень сильно. Давайте пока вот это качнем на разок. Прямо. Блин, ну с Радиком будет реально поприятнее тут. Хп немного у меня. Да, урона по крипам хватает. Пацка Шива появилась. Нормально вообще нет. Вот она, кстати, мой шанс. Да ну, Мяф, ну чё ты такой плохой человек? Это мой был шанс его просто убить. О, хрипы. Да, вышечку жму, хил идет. Не, ну был шанс, был. У него урод больше урона наносит. Еще больше 400. Опа. Домой. С другой стороны. Не, ну БМ много моих проблем решит. Но с другой стороны, БМ долго длится, я не смогу нажимать АКД бульдоз. Может быть, надо не это купить?
Ну да, армлетик. Кто-то вообще играл через армлет на нем? Вообще, я думал кучу тарасок накупить. Пофаниться, но явно игра не даст мне пофаниться. Поэтому не будем фаниться. Выкачиваем пока хил. Хил урон дает. Ну, тоже 100 урона он по факту дает. Не назвал бы это прям уроном каким-то. 23 уровень, 25 они. Ну, кстати, армлет плюс БМ. Это имеет логику как. И ну, армлет хорошая шмотка на урон. По бабкам я благодаря этому мобу вообще нормально профитнулся. БМ, наверное, невыгодный, потому что он пофикшенный еще плюс. Может даже маншард какой-то взять. Крыса. Ну, это было ожидаемо, на самом деле. Я думал, вардом, ну. Так, я дерусь. Тут ничего не надо. Я бы взял, на самом деле. Так. О, интересно, будешь стоять. Так, а что он мне дает? Оно мне дает потеряние к эффектам. Будто еще хорошим вариантом будет купить Сеньшьяшу просто. Оно мне, получается, дает сопротивление к эффектам. И тем самым мне базовую поднимает, да? А какой у меня противник вообще? У меня противник это сила. Его, конечно, Скади или Шиву надо. Тут инта. Но у меня 32 всего лишь. Так, ну 100%. 100%. Боевая корова. Не, я чувствую себя нормально, кстати. Шмотка по-любому есть кайфовая, которую я вообще не замечаю. Ну, Радик, по идее, придется продать по-любому. Как будто вообще уже не нужен. Это хорошая шмотка, она мне броню дает и здоровье в процентах.
Я вот думаю про махрезист. Яша, вот вопрос. Броня нужна ли мне так сильно, как Скади? Это банальное. Сейчас я вообще выдержу его. По идее, выдержу. Я просто возьму шмотку. На минус магический урон 20% и все. Этого мне по-любому хватит вместо тапка. Можно вообще не париться тогда. А ну, сейчас и проверим, выдержу я его или нет. Он ее забрал, кстати. Да, я его не пробиваю, но он меня тоже не пробьет. Да, короче, он меня не пробьет. Ну я, а он меня не убьет. Короче, нормально, в принципе. Можно не бояться его. Синч Яша выглядит довольно-таки комфортной шмоткой. Че, Радик бы заменить? Я думаю, тоже Радик много урона наносит. Че, магического. Я явно какую-то шмотку пропустил. Которая дает... Сколько у меня сейчас сопротивления? 51%. Еще можно Синджак схавать. 24%. Как же на красных этих прет? Я уже по левелу их начинаю камбэкать. Что там, что я вообще в комне был? Шмотка, которая мне даст. Ну это вообще кайфу. Не знаю, Синж Яша смотрится супер хорошо. Ну, прям хорошо. В принципе, я все равно под этой штукой всегда бегаю, правильно? Я вот думаю... Ого, как больно. Как она его больно разбила вообще лицо. Блин, если я сейчас не доформлю этих крипов, то я еще и на дуэли буду. Пока бежал, я тупо столько крипов пропустил. О, Мирик. Мирик Шайлд. Блин, у него и Скади, и Шила. У него очень много магического урона. Она его победит. Не, она его победит 100%. Это как будто надо купить.
Шматка по-любому какая-то, она больше не дает статов. О, точно. На коровку-то, на коровочку. Не, ну как будто надо, да. Просто вот так, бэмс, скорость поднимаешь. Не знаю, кстати, не факт, что она его перебьет. Так, ну давайте силу увеличим, да, допустим. Море-то тоже ж магией бьет, в принципе. Давайте даже вот так два сделаем. Ну, наверное, получаем урон. И магия все-таки пробивает. Силочку снял. Блудстоун есть у тебя, братанчик? Видишь, у тебя есть Блудстоун. У него не было ничего. Ну, тут тоже магии куча, на самом деле, в ловкости. Ну, Скади тоже как будто на него надо. Ну, Радик у меня один вариативный. А Мэрта, если она не купит себе рефрешер, в принципе, на ульту, только я боюсь ее ульту. По логике. Не, на Пуджа по-любому надо какой-то Скади. У меня сейчас противление к эффектам вообще не поменялось. Скорость удара сильно поменялась. Ну, какой-то и правда Скади, да. Этот вард намного лучше, но все равно на пригорке вот тут забирают его. На ФКшку. Поймал на ФКшку. Это прям идеальный билд уже, и ничего вставлять не надо. Армлет еще так кайфово смотрится. И... Да, Скади не хватает. Вот, а хотя бы Скади. Не, ну с ним да, сейчас так драться. Притык вообще без понт. Весь урон. Ну, скрипами, наверное, ради кайф. Я не знаю, честно, наверное, вот за Радик. Какой его импакт урона прям. 1000. 1000 регена. Регена это, конечно. Мне по-хорошему еще Сенш надо схавать. И Муншард вообще в идеале. Да, кстати, не такое уж сильное, оно прям. Скорость атаки бы мне много дало, если так подумать. Ну да, уже Радик в отношении, конечно, Радик уже не так много урона наносит. Он как будто вообще даже не нужен, я больше скажу. Все бульдозы этого с головой. Что-то на скорость атаки бы даже взял. Стой, я Скади хочу взять. Но Мэрта, конечно, кайфово смотрится, она в эту свою астральную форму заходит. А вообще пару крипов меня обгоняют. Когда она бьет, она, конечно, намного сильнее. Просто
700 миллионов урона нанесло мне. Не, ну это... Я и тогда... Там под этими, под пчелками стоять не выгодно нахилиться. В принципе, Фуджа я не боюсь. Сука. Скади мне тоже там не поможет. Мне надо не дать ей бить. Будто сенч надо менять. Нее. Шкрипов нету. Так, надо думать, как ее убить. Ай, ладно, я еще и поджав, в принципе, не убил. Смотка еще непонятно, мне бы какой-нибудь гигант ринг, может даже. Пира. Да.
Не, я проиграл. Ты на башу сейчас не пропрется. Ну, нормальная игра, на самом деле. Я, честно, искренне не понимаю, что ей надо было сделать. Какой-то нам второй дизейбл. Мне, в принципе, рейтинг 13,5. Пойдет. Для первой игры вообще бомба.